Привет всем! Вы на канале «Вкусный уголок». Сегодня простой рецепт пасхальных куличей для тех, у кого нет времени на выпечку, либо просто не хочется возиться с дрожжевым тестом. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приступим. Первым делом включаем разогреваться духовку на 180 градусов. Затем берем миску, выбиваем сюда 5 яиц. Добавляем 200 грамм сахара. Пакетик ванильного сахара 8 грамм. И все хорошо взбиваем на максимальной скорости 5 минут. Затем добавляем 250 грамм очень мягкого сливочного масла. Я его достала с вечера. 180 миллилитров молока комнатной температуры. И все хорошо перемешиваем. Далее разрыхлитель 13 грамм и в 2-3 захода добавляем просеянную муку. И все хорошо перемешиваем на минимальной скорости. Взбивать сильно ничего не нужно, просто хорошо перемешиваем. Вот посмотрите, вот такое гладкое густоватое тесто должно получиться. У меня сюда ушло 410 грамм муки. У вас может уйти немного больше, либо меньше, так как мука везде разная и яйца разной величины. Берем сухофрукты. Я взяла изюм, но можно взять абсолютно любые, которые вы любите. Я его помыла, обсушила, добавляю ложечку муки и хорошо перемешиваю. Добавляем в тесто и аккуратно перемешиваем ложкой либо лопаткой. Берем форму, я буду использовать вот такие вот бумажные одноразовые, смазывать их ничем не нужно. Вы можете взять любые, которые у вас есть, и наполняем их немножко больше, чем наполовину. Все, ставим в духовку, напомню, разогретую до 180 градусов, примерно на 40 минут. Время приготовления будет зависеть от величины ваших форм и от вашей духовки. Куличи готовы, сверху они трескаются практически всегда. Я не знаю, почему так происходит, мне кажется, так печет моя духовка. Но если вы знаете причину и как это исправить, напишите, пожалуйста, мне в комментарии. Но на самом деле я не очень переживаю, потому что сверху будет глазурь и будет очень красиво. И теперь я оставлю их полностью остыть. И уже остывшие куличи покрываем глазурью. У меня глазурь без сырых яиц, она на желатине и просто шикарная. Обязательно попробуйте. Ссылку я оставлю под этим видео. И посыпаем любой кондитерской посыпкой. С остальными куличами поступаем точно так же. И теперь оставляем куличи на некоторое время, чтобы глазурь засохла. Ну и конечно же я разрежу и покажу вам, какие же они в середине. Обратите внимание, что глазурь не сыпется и не липнет, она просто чудесная, очень рекомендую. Куличи в середине хорошо пропеклись, и они по-домашнему вкусные. Да, это не классический рецепт кулича, но для тех, у кого нет времени на дрожжевую выпечку, это просто идеальный вариант, потому что это очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить. И если вам понравилось, ставьте лайк, оставляйте комментарий и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе. Thank you.